Пожар в многоэтажке на улице Чичерина. Очевидцы сняли на видео момент тушения. По данным МЧС, возгорание произошло на первом этаже. В квартире выгорела отделка балкона, мебель и закоптились стены. На месте работали 8 единиц техники. Также сообщается о пострадавшем в соседней квартире. Мужчина надышался угарным газом. Его госпитализировали. Предварительная версия пожара – неосторожное обращение с огнем. А это ЧП произошло на улице Толбухина. Сообщается, что утром загорелся строительный вагончик. Пожарные прибыли на место уже спустя 3 минуты. Были задействованы 2 автоцистерны и 8 огнеборцев. Пострадала обшивка соседнего вагона. Причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. А это кадры с Магнитогорска. По сообщениям очевидцев, горела баня. Да-да, позвонили уже. Возгорание произошло на улице Киевской. Бригада пожарных ликвидировала огонь. Баню хозяевам придется, вероятнее всего, восстанавливать за свой счет. О пострадавших нет информации.